Грибные отбивные – оригинальный способ приготовления шампиньонов. Готовятся они очень просто и быстро, но получается просто объедение. Такая закуска подойдет к любому гарниру и разнообразит ваше меню. Подробнее, как приготовить грибные отбивные, я расскажу ниже. Для этого рецепта выбирайте шампиньоны крупного размера с большими шляпками. Шампиньоны 4 штуки. Мука – 1,5 столовой ложки. Крахмал – 1/2 столовой ложки. Соевый соус – 1-2 столовые ложек. Перец черный – 1-2 щепоток. Сухой чеснок – 2 щепотки. Количество порций – 1. Подготовьте все ингредиенты. Шампиньоны помойте и обсушите. Отрежьте ножки, в этом рецепте они не нужны. Раздавите шляпки грибов между двух разделочных досок до плоских стейков. Смешайте муку, крахмал, специи и соевый соус. Добавьте воды до консистенции жидкого теста. Окуните шляпки грибов в кляр, обжарьте на среднем огне по 5 минут с каждой стороны. Во время обжаривания немного придавливайте грибы, чтобы ушла лишняя жидкость. Грибные отбивные готовы, приятного аппетита!